Всем привет, Ютубу привет. Вот Renault Duster к нам приехал в гости. Цепанули его. Я посоветовал попробовать для начала вот эту красоту разогнуть. А может быть подполируем и будет человек кататься. Ну, получится, не получится, это вопрос. Потому что арочка замята хорошо. И вот они попухали аж сюда пошли. Вот. Ну ничего, попробуем. Тут уже он цеплялся. Подкрашивался. Чуть-чуть точковали. Попробуем чуть подразогнуть это дело. Тут заломов куча. Вот, 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 вот. Самое неприятное, на мой взгляд, это то, что вот по конту шишка пошла наверх. Сейчас разберем, попробуем что-то сделать. В конце концов, покрасить всегда мы успеем. Попытаться спасти элемент. Ну, вот так выглядит у нас отражёнка крыла. А должно быть ровно. Вот, ну и самое противное, конечно, вот здесь этот шишак, он сейчас плохо виден. Это вот эта вот часть, которая кант должен идти вот так, а у нас здесь шишка образовалась. Вот этот самый большой заломчик. Ну что, потихоньку начнем. Защиту я здесь уже вот подснял чуть-чуть, отогнул, уже как бы доступ появился. Ну, такая вот некрасивая штука получилась. Делать будем для начала клеем. Вот такая вот. Еще раз снимаю площадь повреждения. Промежуточный результат. Царапина еще есть, но она уменьшилась. Вот заломы, конечно, тоже есть. Я вот их показываю, скрывать нечего. Но чуть-чуть поправилась. Торопиться не будем. Промежуточный результат. Более-менее подразогнул. Более плавное стало. Но теперь надо повоевать с проблемными местами. Все еще, конечно, грустно. Но тем не менее. Полдела, как говорится, сделано. Ну, уже, конечно, таких заломов нету, как были. Вот уже в глаза бросается поменьше. Но опять же, повторюсь, это только полдела. Привет, Ютуб, привет. Продолжаем серию по разборке машины. Лучше один раз увидеть, чем, как говорится, изобретать или что-то делать. Вот у нас очередной пациент Renault Duster. Здесь надо подправить крылышко. Вот мы видим, тут прочиркнуто, ударились чуть-чуть. И дабы хорошо подправить, надо снять бампер и подлезть, чтобы было удобно работать. Но не об этом речь. Как снять бампер? Для начала вот откручиваем раз, два, три, четыре винтика. Дальше по ходу пьесы буду показывать дальше. Чего снимать рабочие моменты. Пришлось разобрать тут все, поснимать всякие защиты и прочую хрень. Сделать подставку тут, на которой взять и чтобы опирать крючок. Ну вот. Вот так вот
получается. Там ямки теперь чуть-чуть из-за этого. Да. Полотенчик или это, что-то тряпка. Ну, уже что-то на что-то похоже. Хотя, конечно, вот здесь еще надо по кромке проводиться. Вот. Ну, в общем и целом, под покраску готово крыло. Ну, вот так вот. Ну, вот примерно так. Получилось. Ну, под покраску пойдет. И потренировались. Еще раз повторю, что вот это вот все гуляет, как тряпочка. И с обратной стороны мастика, вот, которая мешается. Вот на таком инструменте происходила правка. Опора. Две деревяшки, три деревяшки в кучу. И ничего, вот оно, наше побитое крыло. С кучей заломов. Ну, только по отраженке кто соображает. Можно что-то увидеть. А так... В глаза оно не бросается, что оно мятое, гнутое. Вот. Ладно. Ну и хорош. Присмотрелся. Вот. На этом крыле тоже, скорее всего, последствия вот этого всего. Ну и вот оно, наше крылышко. Вот он, хозяин счастливый. Привет! Вот. Решили, что красить никого не надо.